Кар художественный руководитель Екатерина Серверстова. Сувар. Так называется Навруз по-лезгински. Лезгины – один из народов Кавказа, издревле празднующих Новый день. Сувар. Танец именно с таким названием исполнит ансамбль танца Кавказа «Самур». Художественный руководитель Фарид Арзуманов Гидаятов. Встречайте. Вас приветствуют активные участники московского
Праздника Навруз общественная организация «Казахская национально-культурная автономия» в городе Москва. На сцене студенты Российской академии музыки имени Гнесиных Бауржан Укажанов на тембуре и Самгар Тылкынханулы на баяне исполнят «Күй Адай». Этим летом исполняется 170 лет со дня рождения великого акына, классика казахской музыкальной культуры Абая. Юбилею великого акына и году Ассамблеи народа Казахстана посвящает свое выступление заслуженный работник культуры Казахской ССР, лауреат международных конкурсов Татьяна Полтавская-Габелка.
Юные артисты, которые выйдут сейчас на сцену, только учатся древнему искусству танца. На сцене воспитанники школы танцев при Всероссийском Азербайджанском конгрессе. Художественный руководитель школы Азиз Мехтиев.